Тротуары в Запорожье будет убирать новая техника. Городские власти презентовали автомобиль, который по качеству и скорости работ может заменить десятки дворников. До конца года, говорит городской голова Александр Син, муниципалитет планирует приобрести еще одну такую же машину. Ее стоимость более 1 000 000 гривен, но она того стоит, считают власти. Метлами, по их словам, такого качества уборки не достичь. Эта техника также позволит быстро приводить в порядок город после массовых мероприятий. На сегодня, говорит городской голова, такая машина единственная в Украине.